Умерший на утреннике Дед Мороз оказался известным театральным актером. Заслуженный артист России Валерий Тетенко не дожил до своего 68-летия всего несколько дней. Стала известна личность актера, который играл роль Деда Мороза на детском утреннике и скончался прямо в разгар праздника. Как сообщают местные СМИ, им оказался Валерий Тетенко, заслуженный артист России, ведущий актер музыкального театра Кузбасса имени Боброва. Коллеги тепло отзываются об умершем, подчеркивая, что он был очень уважаемым человеком, примером для подражания молодых. Ему были подвластны и острохарактерные роли, и лирическая комедия, и классическая оперетта, и современный мюзикл, приводит слова коллег Тетенко. Причина смерти актера до сих пор неизвестна, однако в театре отмечают, что мужчина недавно перенес сложную операцию на сердце, хотя по-прежнему выходил на сцену и работал с полной отдачей. Тетенко не дожил до своего 68-летия всего несколько дней. ЧП произошло в детском саду «Тавосочка», расположенном в Ленинском районе Кемерово. Во время представления Деду Морозу стало плохо, он упал на глазах у детей и скончался еще до приезда скорой. Друзья, поддержите, пожалуйста, молодой канал. Поставьте палец вверх, если понравилась статья, оставьте свой комментарий, поделитесь публикацией в социальных сетях и подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр!